Друзья, привет! Скажите, что вы делаете с пустыми пластиковыми бутылками? Уверена, что дома у вас копится их просто огромное количество. Сейчас мой муж вам покажет, что можно сделать из пустой пластиковой бутылки. Итак, 5 лайфхаков. Какие-то способы вам пригодятся для дома, какие-то для дачи. Над какими-то вы просто посмеетесь и скажете, что это за ерунда. Но я считаю, что если вещи можно дать вторую жизнь, нужно это обязательно сделать. Напишите в комментариях, а что вы делаете с пластиковыми бутылками. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.